Хотим бы от практики сразу перейти к делу, но гоним в процессе. Некогда постигать базу, вы дайте нам вдоволь обзоров, рецензий. Нам, увы, некогда жить, не зная, когда попадем на ножи. У вас не найдется ли трейлера к жизни, вы нам покажите, и мы наконец-то решим. Всяким чувством найдутся стикеры, ко всему есть превью, да сниппеты. Сами мыслить простите, но не листа в комменты непозволительно. Краткий пересказ, быстрый как рефлекс, глупый близ опрос. Вырванный контекст, новый прецедент, повод, сама цель ставить под удар, наводя прицел. Тут все те, кому суть понять, увы, попытаться не труд. Для вас дела нескольких минут, не покидая панциря. Кратце оценить труд, и так все вокруг, все надо делать быстро, быстро. Так все ясно, все песни высер. Вам не дать детали, лишь бы только вам вымысел дали вместо истин. Тут в экзотике строки, после правых сотен и проб. Ведь вас так особенно прет, когда смысл невесом, как микроб. И вот как итог, вместо того, чтобы пробить бомбу, они пробьют лоб. Я вам передам дословно до скорой встречи ваш самый скорый цинковый гроб. Тут в экзотике строки, после правых сотен и проб. Ведь вас так особенно прет, когда смысл невесом, как микроб. И вот как итог, вместо того, чтобы пробить бомбу, они пробьют лоб. Я вам передам дословно до скорой встречи ваш самый скорый цинковый гроб. Лучник, завязывай тупить, дядь. Мне как попить воды, тебя валить надо как пить дать. Навыка на грош нам не по пути, ведь подобно мне бит не подубьешь, как ты не пыхти. Видимо, коли тут играют так грубо, я дам в бубен, чтобы ты дал дуба. И на трупе станцую так, что померкнет Меркель. У тебя есть только лук, а у меня есть керхер, сука. И ты вспомнишь, что как я и бошу словом, когда твоя стрела снова укажет на пол шестого. Может ты жестоко, но я не боюсь тех фраз. Твои дистикулы, мой гон, в который бью 7 раз. Твое лицо будто погряз, ты навечно в ауе. Люди крутят будто Реном, и твой рэпчик нахуе. Будь хоть сотни раз, сука, трушный ты классом. С моей артиллерии тебе быть пушечным мясом. Кто в разум мой влез, тот пропал в тех чертогах. Тут больше не Салим обхапал, да Чернобыль. Я легкий соперник, не может быть, ведь тут в моих руках вожжи, а ты лишь очередной отец. Зожа бьется, катя лбом об клаву. Думала, сбегу от них на батл болт там плавал. Но вот главное, полыхнет у всех форумских душнил. Когда раздавлю жору МЦ, как флакон бушмил. Пойдет мова среди хип-хоп однополчан. То как баба с дредами вдруг напихала в твой колчан. Лучше бы кончал с рэпом гуттаперчивый. Ну а ж ты поцелуй тратила и до встречи на шашлык. Пидор, сука. Интересный момент. То есть, когда я, например, узнал оппонента, я понял, что я его лечу. Мне, конечно, дали тяжелого соперника, а не легкого. Респект, драматизм.